На пленарном заседании Мили-Меджлиса Азербайджана в пятницу рассмотрели проект закона о государственном бюджете на следующий год. Основной финансовый документ республики, а также другие законопроекты, входящие в бюджетный пакет, приняты во втором чтении. Отмечено, что в госбюджет были внесены технические изменения. Как сообщил министр финансов Самир Шарифов, на обсуждение парламента на 31 миллион манатов сокращена субсидия, выделяемая Нахчевану на следующий год. Высвободившиеся средства перенаправлены на нужды новых посольств Азербайджана и цели в сфере обороны и безопасности. В итоге сводный бюджет Азербайджана составит без малого 38 миллиардов манатов. Помимо этого, депутаты утвердили во втором чтении проект закона о бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2023 год, который увеличится до 6 миллиардов 264 миллионов манатов. Отметим, что парламент также дал ход утверждению межправительственного соглашения о создании Азербайджана Кыргызского фонда развития.